Ребята, сегодня я буду себе покупать лицо. Всем привет. Сегодня я буду покупать себе лицо. Давайте, короче, подумайте. Волосы, разумеется. Ребята, ого. Так, потому что хотя бы лицо, но давно очень. До сих пор его хочу. Не покупай его все. Вот такая вот есть. Не знаю, почему я покупала, но ничего страшного. Сейчас купим. Я правда не знаю, как оно называется. Ребята, я вам сейчас... Короче, я не нашла, но я не очень уверена, то, что его удалили. Поэтому я еще попробую поискать. Я сейчас еще посмотрю, что на которой есть. Может быть, у них есть лица. Сейчас я посмотрю. Нет, твое любимое лицо удалили. Нет. Нет, ну почему так? Нет, ну вот это лицо, это просто же, просто amazing. Просто посмотрите на него, это почему его удалили? Нет, почему? Почему? Короче, не нашла то лицо, я нашла вот это лицо, которое я очень сильно хочу. Я вот до сих пор хочу, может быть, его когда-нибудь восстановлят, но я не уверена. Но надеюсь, что восстановлят, потому что я очень сильно хочу его. Ну и вот, это все, всем пока. Так, Марта, еще не пока, потому что я посмотрела, как называть это лицо. Так, надо же. Фейс. О май гад, я просто не могу. Че, это лицо еще посмотреть в каталоге? Я уже зашла в каталог. Это лицо еще. Так, теперь пишем. Держи. И точку. Так. Оно все, я люблю все, все. Вот это реально оно. Так не говорите, то, что это оно. А, что? Что? Нет, это оно. Ну почему все робот? Все робот, все эти ненавижу. Робот, ну почему ты удаляешь самые милые? Самые милые лица в мире. Ладно, ребята, на этом это точно все. Всем спасибо. Всем пока-пока.